Привет всем посетителям магазина SideX.ru и онлайн-зрителям. Вы смотрите очередной обзор от SideX Lab, посвященный электронике, доступной для покупки в наших магазинах. Обзор у нас сегодня эксклюзивный. Посвящен он новейшей серии внешних жестких дисков от Seagate – Free Agent Go Flex. Аналогов этим внешним накопителям пока нет у других производителей. И главным выдающимся отличием является наличие у жестких дисков серии Go Flex съемных переходников, позволяющих подключать устройство к любому из существующих сейчас видов разъемов – USB 2.0 и 3.0, eSATA и даже при особом желании напрямую к SATA, а также к FireWire разъемам. В новой серии также отличный доработанный обновленный софт от Mimeo, получивший поддержку теперь и в macOS. Об улучшенном дизайне и уменьшении габаритов мы уж не говорим. Жесткий диск объемом в 1 и более терабайт без особых требований к питанию уже стал реальностью, и Seagate это в очередной раз доказали. SideX.ru является официальным дилером Seagate в России, и подтверждение этому вы найдете на сайте производителя. Статус официального дилера автоматически говорит о том, что вся продукция от Seagate, продаваемая здесь, имеет официальную гарантию производителя. Итак, давайте же быстрее рассмотрим новинки и узнаем о многих приятных подробностях, а также о нюансах гарантии и поддержки. Упаковка устройства в новой серии, конечно же, претерпела изменения, поэтому отличить ее легко по новому цветовому оформлению, дизайну и, конечно, многочисленным упоминаниям названия серии. Итак, на фронтальной стороне обнаружено название производителя и наименование серии. Чуть ниже выделена возможность апгрейда устройства и использования его с новым, более скоростным форматом USB 3.0. Поддержка USB 2.0 в данной комплектации тоже отражена. Далее совместимость с PC и Mac, причем официально. И, конечно, объем накопителя. Верхняя грань содержит срок гарантии и упоминание о экологичности упаковки. Сбоку список комплекта, в том числе отмечен и драйвер для работы с NTFS-разделами под macOS. Чуть ниже системные требования и совместимость с операционными системами. Оборотная сторона содержит краткую информацию на русском и небольшую схему подключений. На нижней грани традиционно наклейка с серийным номером устройства. Внутри упаковки обнаружено следующее. Внешний стационарный USB-накопитель формата 3,5 дюйма с подставкой-переходником. Краткое руководство пользователя, в том числе и на русском. Гарантийная карта с информацией об условиях гарантии, русский тоже есть. Блок питания со съемными коннекторами двух типов. И довольно длинный кабель для подключения к USB-порту компьютера. Комплект небольшой, но значительно расширяемый за счет немалого количества аксессуаров и переходников, о которых мы расскажем далее. Внешний вид стационарного USB-накопителя серии Go Flex Desk, конечно, отличается от предыдущих моделей Free Agent. Теперь устройство компактнее, имеет гораздо более приятный дизайн и практичную поверхность. Последнее достигнуто за счет минимизации глянцевого покрытия и применения специальной, такой вот похожей на мячик для гольфа поверхности. Кроме того, накопитель теперь это практически трансформер, принимающий вид любого формата подключений или получающий дополнительные функции при помощи аксессуаров. Размер устройства по сравнению с другими подобными накопителями действительно небольшой. Габариты лишь немного превосходят находящийся внутри 3,5-дюймовый HDD. Теперь нам ясно, что пальма первенства в этом виде переходит к Seagate. Поверхность диска, как мы уже сказали, практична и не покроется царапинами в первый же день. Дизайн нам понравился неброский и в то же время технологичный. Отлично будет смотреться на полке или на столе. Сбоку нанесены логотипы, снизу располагаются вентиляционные отверстия и подсветка. На нижней панели также индикаторы работы устройства, разъемы для подключения блока питания и мини-USB-разъем для соединения с компьютером. На нижней стороне подставки тоже вентиляция, резиновые ножки и наклейка с серийным номером. Не сразу заметишь, но подставка съемная, и под ней мы обнаруживаем специальный разъем, который по сути является стандартным комплектом разъемов SATA – питание и данные. Сюда-то и предстоит подключать подставки-переходники, когда они появятся в продаже. Там будут дополнительные типы разъемов с поддержкой USB 3.0, eSATA или FireWire. Подставка, идущая в комплекте, как мы уже видели, поддерживает USB 2.0 подключение. Внешний вид накопителя и качество сборки оставили у нас положительное впечатление. Нового в техническом плане серия Go Flex несет много. Во-первых, это официальная поддержка как Windows, в том числе 7, так и macOS.
Причем работать диск может с файловой системой NTFS и в том, и в другом виде операционных систем, так как на диске присутствует специальный драйвер. Это решение позволяет достаточно полноценно работать с разделами в формате NTFS под операционной системой macOS. Далее, несомненный плюс и большой, на наш взгляд, прорыв – возможность сделать USB-накопитель универсальным при помощи большого количества приобретаемых дополнительных переходников. Эти специальные коннекторы-переходники позволяют подключать устройство как к USB-версии 2.0 и впоследствии 3.0, так и к FireWire-портам и к eSATA-разъемам, то есть производителям охвачены как самые массовые, так и передовые виды подключений. Устройство при подключении к компьютеру получает имя FreeAgent GoFlex Drive в системе. Весь необходимый софт и документация традиционно находятся на самом диске. Отдельно нужно отметить, что программное обеспечение существенно переработано. Точнее, теперь это синхронизация, бэкап-шифрование, обмен файлами и много чего еще при помощи софта от Mimeo. На диске присутствует установочный файл под Windows и под macOS тоже. На нашей памяти такое впервые, поскольку ранее, если на жестких дисках была обозначена поддержка macOS, она была лишь нативной. Теперь же, учитывая комплектный драйвер NTFS для диска под Mac, накопитель полностью универсален, и его можно полноценно использовать с двумя видами OS одновременно. Программное обеспечение Mimeo, кроме синхронизации и резерва с шифрованием, поддерживает и социальные сервисы, а также сервисы хранения и расшаривания данных, аналогичные, например, Dropbox, с возможностью, к примеру, загрузить фото или другие мультимедиа-файлы на Facebook или иные сервисы. Все физические функции устройства легко настраиваются из софта, в том числе можно включить-отключить подсветку или настроить время автоотключения накопителя при простое. Причем делается это все очень легко и разобраться в настройках просто. Как и всегда, мы в SideX Lab простым тестом измерили скорость копирования при подключении к USB 2.0. И она, как и ожидалось, находится в районе 29 МБ в секунду при записи большого файла. Будущие тесты скорости с переходниками для других форматов, а также ролики в HD-качестве, ждите на нашем YouTube-канале SideX Lab. Удобнее это делать, подписавшись на канал. В итоге новая серия внешних USB-накопителей FreeAgent GoFlex – это, если не технологический прорыв, то большой шаг в сторону пользователя, так как по цене одного пользователь практически получает несколько устройств с разными форматами подключения. По крайней мере, накопитель легко обеспечить поддержкой, например, USB 3.0, просто купив соответствующий переходник. Дизайн и сборка тоже на высоте. В общем, Seagate свое слово сказали. Мы уже можем получить очень интересный девайс и апгрейдить его как душе угодно. Получить новые возможности для своего устройства и узнать о гарантии производителя можно, посетив официальный сайт Seagate. В разделе меню «Поддержка и файлы для загрузки» нужно кликнуть по пункту «Гарантийная поддержка» и перейти по говорящей ссылке «Действительно ли гарантия моего диска?». Здесь вводится тот самый серийный номер EPN с наклейки. Заполняем необходимые пункты и нажимаем «Submit». Теперь, если ваше устройство продано в правильном регионе и обладает ограниченной официальной гарантией от производителя, вы увидите срок этой гарантии и полезную информацию об ее условиях, как в случае с устройством, предоставленным магазином sidex.ru. Также на сайте можно скачать новые версии программного обеспечения и специальных утилит. В магазинах SideX всегда убойные цены на электронику. Помните об этом. До встречи в обзорах от SideX Lab.